молодецкой начали складываться во времена превращения лова промысла в охоту. Занятие, при котором наряду с добычей целью стало и получение эстетического удовольствия. Промысловая охота, соколиная охота, псовая охота, охота с гончими и охота с борзыми. Ружейная охота – это традиционные виды охоты в России. Каждый из перечисленных русских видов охоты является национальным достоянием России. Российский охотник – прежде всего культурный охотник, заботливый хозяин и обязательно друг природы. Охота на любую дичь, помимо спортивных элементов, содержит в себе многие эстетические и этические моменты. Различные охотничьи традиции, писанные и неписанные законы и правила. Русская традиция требует непременного сочетания как эффектности самого процесса охоты, так и эффективности этой охоты, обязательно учитывая на выставках рабочее качество охотничьей собаки. Эта отечественная традиция охоты с собакой настолько уже вошла в плоть и кровь наших истинных охотников, что они станут стрелять чисто отработанному собакой и замеченного зайца. Российская кинология родилась в 19 веке на базе псовых охот. В то время национального спорта и развлечения воинского сословия России. Проведение таких охот требовало не только больших финансовых и физических затрат, но и наличия высококлассных лошадей и поголовья гончих и борзых собак. Российские породы охотничьих собак. Русская псовая борзая, гордая борзая, русская гончая, русская пегая гончая, западно-сибирская лайка, русско-европейская лайка, восточно-сибирская, карело-финская, русский охотничий спаниель. Вот это и есть российское национальное достояние. А у тебя кто там поведет у нас? Там пацанчик одежит. Сереж, пошли за щенячкой, сейчас принесут. Значит, и поговорим несколько о ней. Ну, мы, это я, Белых Виталий Иванович, мои помощники Николай Измельевич Кузьмин, Вадим Михайлович Баринов, Римма Равильевна Ковалева, значит, ну и Костюнин, но тоже скажу, я его первый раз вижу, могу немножко ошибиться, чтобы имя записать. Евгений Владимирович, значит, вот мы с этой бригадой сегодня будем работать. Значит, вы, пожалуйста, можете это. Сегодня мы собрались по замечательному поводу. И собрались уже, как говорят, во второй раз. А какая причина такого
массового и сбора. Это почтить память уроженца Нижегородской области Руслана Ивановича Шаляна. Серый, обгоняй, обгоняй.